Сегодня мы приехали на пляж возле Сан-Франциско. В принципе, не холодно, немного ветерок. Ну, как всегда на океане. Большие волны. Ехали где-то 2 часа до пляжа. Хотели поехать на Стинсонс Бич, но наш папа решил сюда, чтобы дети поиграли на песочке. И потом пошли мы на хайкинг гулять вдоль океана. Немножко такие волны, немножко страшно даже. Пошли по тропинке и нашли морских котиков. Такие звуки они издают смешные. И хрюкают, и пукают, и квакают, и крякают. Класс. О, вылез немножко, купается. Они ведут себя совершенно по-другому, они чувствуют себя свободными. Папа, не только тебя злыми. Посмотрели тюленей, оленей. Идем дальше. Какая красота. Идем по тропиночке. Гуляем. Немножко погрелись на пляже. Теперь захотели немножко погулять, походить. Цветочки. Красивые. Красивые.
А вон, обожаю вот эти деревья, которые впереди. Они растут в основном возле океана. Кричат так. Хорошо, мы сегодня надышались воздухом. Продолжаем наш путь. Ну там люди все идут и идут. Идут и идут. Все идут смотреть на морских львов. Сейчас пойдем еще немножко погуляем и будем ехать домой. А то будет перенасыщение кислородом. Или позапускать пузыри. А ну дай Насте пока. Дай Насте, она сейчас попробует сначала, потом. Дай Лизе ту маленький. Ты возьми, дочь. А, подожди. Не выливай. Нет, туда не беги, ты чё? Лиза, туда не беги. Я хочу. Ну дай, Лиз, дай, Лизе. На, держи в ручки. Давай. Давай. Сюда вот подходи. И теперь потихоньку поднимай и раздвигай. Потихоньку раздвигай ручками. Да. Ветерку открой, ветерку. Вот так вот, на бок, смотри. Вот так. Папа, давай ты будешь это делать, я хочу лопать. Не, ну туда не, бежать не лопать, надо. Лопать ты как, ты побежишь? Туда? Не, туда бежать, да, тебе не надо. Теперь я. Стой. Я хочу сама попробовать. Папа. А, иди вот сюда, с этой стороны. Они большие, да? Я хочу. А ну, Дашка, смотри еще. Туда не упади, Дашка. Ого, 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 смотри, гиганты. Смотри, Лиза. Ого. Сейчас вот мама решила пускануть пузырики большие. Это что? Сильный просто ветерок. На фоне такого красивого залива мама пытается запустить большие пузыряки. Вау! Полетел, полетел! Давай этот. Давай. У тебя маленькие получаются, да? Да. Вау. Вот это вот. Вау, красиво как. Пап, я тоже клоун. Мама перестаралась. Клоунчик. Подожди, это сверху. Вот мы дальше гуляем, попускали пузыри. Идем дальше. Тут такой прикольный домик. Но от этих деревьев я просто балдею. Какие они же все-таки красивые. Эти деревья мне напоминают, как будто ты в сказке. Они создают иллюзию сказки какой-то. Очень красиво. Смотри туда, направо, Эдик. Как красиво. Вообще роскошно. Туда резиденция прикольный. Роскошная вообще. Да, здесь жить одно удовольствие. А работать, представляешь? И работать, наверное. Конечно, это все парк. Очень классно. Это все парк, это все принадлежит государству, парковая служба. Обожаю гулять вот так вдоль океана, в каких-то новых местечках.
что-то новенькое посмотреть. О, там еще один пирс и еще один дом там дальше. По дорожке, вот если идти, мы пойдем сейчас дальше, увидим еще дом. Очень, а трава сочная, сочная. Здесь какой-то памятник, а ну смотри. Идем посмотрим, что там написано. А, ой, какая лестница. О, кто это? Слышишь? Кто это? Кто здесь? Кто здесь? Это что-то кричит там? Да. Да. Кто Лимошка здесь? Была. Где? Ну только что вот прям в этой стене что-то кричало. Да, я еще говорю. А не в стене. Смотри. Прикинь, это он еще в 1579 году здесь уже шастал Дрейк. Настя, ты знаешь, что такое Дрейк? Знает, у меня моряк. Она сказала, что это вор, моряк-вор. Морской. Пират. Hello. Hello. Идем дальше. Нравится прогулка? Мам, ты задом наперед идешь. Да. Птички поют. Ой, надписи вытирай, хотел выделить, думал, там как тебе пену. Давай, кто первый на горку? Настя или Лиза? Лиза! 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 Смотри, на этих деревьях, смотри, какие это шишища висят, или что это? Да, смотри, какие шишки висят, Эдик. Сейчас, я вообще, подойди чуть. Победила дружба! Нет! Да! Ага. Видел, какие усыпаны прямо, смотри, ветки усыпаны шишками. Видно? Лиз, не обижайся, победила дружба. Ну. Ну, тебе надо тренироваться. Хорошо? Я бегала, ты просто маленькая. Ну, потренируешься и будешь обгонять Настю. Хорошо? Мы продолжаем наше путешествие. Смотрите, кто тут лежит. Смотрите, кого мы увидели. Еще и храпят. Ой, такие здоровые. Храпят. Надо же. Я в шоке. Я никогда так близко не видела их. Балдеет, лежит. Чешет ухо другому. Правда, у них, наверное, ушей нет. Я даже не знаю. Надо же. Какие они смешные. Идем посмотрим. Там говорит Настя, что малыш есть маленький. Такой маленький. Бэби. Бэби. Она мама, а это ее бэби. Что? Гринч какой-то. Ой, класс. Так ты сфотографировал отсюда? Это мы этого видели, папа? Или это мы других видели? Это мы других видели, да, с малышом? Да. Там. А тот, смотри, Настя. Тот глаза, видишь его? Угу. Смотри, тот плавает. И он плывет. Смотри, в воде. Смотри, он плывет. Видишь? Бегемотик. Да. Лиза, смотри, он плывет. Это этот проснулся или мне кажется? Да, проснулся, смотри, рот открывает, Эдик, смотри.
Зевает. Давай возьмем домой маленького. И обратно спать, да? По-моему, тут в воде решил поспать, да? Смотри на того хорошего. А тот лежит, бьет ногами, видишь? Где? На спине вот. Этот? Ну, боком, да. Но этот плывет, решил поплавить. Надоело спать. Этот спит, а то там дело. А вот пеликаны сидят на пирсе. Вот они. Сиди на нее, садись, садись, садись. Она это, Думаешь, он сюда запрыгнет? Ага, смотри, Лиза. Настя, Настя, смотри, как он выходит. Лиза, смотри, покажи Лизе. Он как будто бегемоточек. Да. А вон тот. Че, морской котик? Смотри, смотри. А вон еще один плывет, смотри. А, вот это у них из бутылка, да? А, это смотри, это не смотри, просто... Эдик, смотри, какие у него ногти. Это, они называются слоны-то. Слоны, это слоны, да? Это морские коровы, смотри. Нет, корова другая. Elephant seal. Это elephant seal, да. Смотри, сколько у него ногтей, посчитай. Смотри, у этого не такой хобот. Настя, посчитай, сколько у него ногтей. 6, по-моему. Смотри, он выходит. Лиза! Он отрыжка сделал или что? Ты слышал, почему он так кричит, такой звук? Монстр. Сильно мало. Это... Что за бутылка? Что за бутылка? Видите, он заснимет? А тот куда делся? Он уже убил. Я здесь, давай еще постою. У них плавники двойные такие. Смотрели еще маленьких слонов. Морских слонов. Алло. Сейчас идем дальше. Там еще вроде маленькие были. Здесь закрыто у них что-то. У них ведутся работы, здесь написано. Ой. Да. В дикой природе. Ну, он тоже спит вообще. Вот он. Какой-то еще бледный такой. Он, смотри, смотрит на нас, мама. Он такой хороший. Смотри на хорошенького такого. Смотри на того гиганта. Слушай, эти люди, наверное, каждый день в окно смотрят на этих морских котиков. Это он что, он пердит или дышит так? Выдыхает, наверное. Сейчас я поеду. Я еще никогда в той вблизи вообще не видел этих животных, а? Маленький. Вообще-то очень интересно. А вон идем. А, там не пройдешь, да? Ой! Ой! Кто тут? Кто тут? Кто тут? Смотри, он открывает глаза и смотрит. Какие большие, красивые глазки. Он реагирует. Смотри, какие глаза! Мамочка просмотрит твои глаза. Эй, малыш. Hello. Hello.
Слушай, ну я еще так, конечно, рядом с ними никогда не находился. Да спикражу. У него такие большие глаза. Настя, подержи. Подержи это. Сюда я Лизу подниму. Я боюсь. Давай кепку, чтобы не ранить. Все. Хватит, я устал. Малыш, поздоровайся с малышом сегодня. Все, хватит, все. Ой, поднялся, Лиза, поднялся. Вот он поздоровался с тобой. Не папа! Ой, сказал тебе привет. Он сказал тебе привет, Лизочка. У него что-то здесь на нос такое. Посмотрели слонов. Elephant seal. Морские слоны, получается. Идем обратно наверх в горку я запыхалась уж. А ребята, вон побежали. Солнышко уже начинает садиться и уже свежо, но еще не холодно. И вот мы уже едем домой и остановились посмотреть закат. Прекрасное завершение нашего воскресного дня. Мам, как закат. Красота.